Не просто сотрудничество, а крепкая дружба, проверенная временем. Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Общая многовековая история, экономическое сотрудничество и духовное родство народов – все это прочно связывает две страны-соседки. Такую интеграцию можно назвать самой результативной на постсоветском пространстве. У России и Беларуси были общие победы и страдания, что, несомненно, еще больше сблизило государства и их народы. Сегодня наша главная задача в союзном государстве – это построить экономический фундамент. Да, у нас есть и другие цели. Мы, когда создавали союзное государство, говорили о том, что у нас будет общая конституция, у нас будет общий парламент, у нас будет единая денежная единица. Сегодня эти вопросы пока находятся на полях повестки дня. Самое главное – это создание прочного экономического фундамента. Отношения между Беларусью и Россией уникальны. В Москве находится более 10 отделений белорусского посольства. В обеих странах действует большое количество совместных предприятий, общественных объединений, а значимость многочисленных союзных молодежных конкурсов, проектов и программ невозможно переоценить. День единения государств стал праздником и во многих домах в обеих странах. Этот праздник знаменует собой высокую цель, которую народы наших стран-соседей поставили перед собой – вместе строить достойную жизнь для нынешнего и будущего поколения и вместе идти по общему для Беларуси и России интеграционному пути. Особое внимание мировая общественность обратила на сотрудничество Беларуси и России в последнее время в связи со сложной политической ситуацией, которая сложилась на фоне перемен в Украине. Однако и в этом вопросе страны-соседки показали, что готовы поддерживать друг друга в любой ситуации. У наших двух стран существует военная группировка, западная военная группировка, которая расположена на территории Республики Беларусь и которая в основном в мирное время комплектуется военнослужащими из состава белорусских вооруженных сил. Поэтому то, что сегодня происходит, это просто демонстрация того, что мы едины, что мы строим единое государство, что мы в тесных союзнических отношениях. Общая история, прочный экономический фундамент и духовная близость – вот залог тесного и многолетнего сотрудничества между Россией и Беларусью, границ развития для которого нет. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+.